удачи, завоюй свое место в этом году. Мы будем биться для вас и за вас. Stimați spectatori, cu două etape înainte de finalizarea campionatului Republicii Moldova, pentru prima dată în istoria fotbalului moldovenesc, FC Dacia a devenit campioană a Republicii Moldova la fotbal. Haideți să-i felicităm! На рубеже веков в Кишиневе рождается новый футбольный клуб. Его называют «Дача». Наверное, тогда мало кто обратил внимание на этот факт. А зря. Кто бы мог подумать, что вскоре эта команда создаст проблему таким авторитетом, как германский «Шальке 04» и «Гамбург», не раз победно завершит противостояние с достойными соперниками в Кубке Интертота, будет играть в Кубке УЕФА, станет неоднократным призером чемпионата Молдовы, финалистом Кубка страны, ну и, конечно, чемпионом. И главное, завоюет сердца тысяч фанатов, будучи при этом подлинной кузницей талантов молдавского футбола. А начиналось все как обычно, можно сказать, даже праздно. Игорь Урсаки, Марин Левадару, Александр Шкаруба и Валерий Плужник, который, между прочим, сейчас сидит где-то в нашем зале, приступили к формированию команды. Местом тренировок была избрана площадка школы футбола в Кишиневском микрорайоне Рыжкановка. Цели у команды самые скромные – принять участие в чемпионате Молдовы в дивизион. В сезоне 2000-2001 годов «Дача» принимает участие в чемпионате Молдовы в дивизии А и финишировала четвертой, но оказалась на грани исчезновения из-за финансовых неурядиц. Осенью президентом стал Габриэль Стати. Он оказал клубу неоценимую финансовую поддержку. Были погашены все долги, футболисты получили зарплату. И вот «желтые волки» — это уже настоящие волки. Команда нацелена на победу в каждом матче, амбициозно и решительно. В сезоне 2001-2002 «Дача» уже доминировала в дивизии. Она явно выросла из коротких штанишек команды второго эшелона. Чувствовалось, что национальную дивизию ждет дерзкий новичок, который сразу вмешается в борьбу за самые высокие места. Страна узнала имя Александра Голбана как талантливого бомбардира. Будущий игрок национальной сборной, известного клуба в Румынии и Украине, стал самым результативным нападающим в дивизии, забив 23 гола. Сезон 2002-2003 годов. Футбольный клуб «Дача» в национальной дивизии. Уже в первом матче одержана и первая победа. 1-0. В игре с таким известным клубом, как «Нистру Атаки». Автор первого гола Михаил Еворский. Победу следовали одна за другой. Лишь в конце сентября тоже лидирующий тираспольский «Шериф» прервал их серию. В первом же сезоне пребывания в высшем эшелоне молдавского футбола «Дача» получила право играть на европейской арене в розыгрыше престижного Кубка Интертота. В первом раунде турнира «Дача» прошла фарерский «Гиготу». Первый гол в Кишиневе на республиканском стадионе забил Сергей Жипелов, а «Волки» выиграли 5-1. В ответном поединке тоже победа 1-0. Во втором раунде противостояние с албанским «Партизаном». «Дача» оставила свои ворота сухими, забив албанцам 5 безответных мячей по сумме двух матчей 2-0 и 3-0. Впереди был новый соперник. И какой? Звездный немецкий «Шальке 04». «Даки» сыграли очень достойно, но по сумме двух матчей немцам уступили. Сезон 2004-2005 годов стал одним из лучших для «Дачи». Команда завоевала бронзовые медали чемпионата и получила право представлять Молдову в Кубке УЕФА. В то же время «Волки» сыграли в финале Кубка Молдовы, где проиграли в драматичном поединке «Нистру» из «Атак». В
следующем сезоне «Дача» не смогла стать призером, заняла лишь 6-е место. Также «Волки» проиграли в полуфинале Кубка Молдовы все тем же «Нистру» из «Атак». Ярким позитивным моментом для «Дачи» стала победа на международном турнире Кубок президента Туркмении в феврале 2006 года. Наша команда овладела главным призом соревнований – $20 000. И вот наступил сезон 2006-2007. После нескольких туров в национальной дивизии на этот раз «Дача» была в ранге лидера. К окончанию первого круга «Даки» расположились все же на втором месте. Но после возобновления чемпионата «Дача» несколько уступила свои позиции и в призеры не попала. Но, несмотря на это, «Желтые волки», заняв 4-е место, снова получили право играть в Еврокубках, а именно в Кубке Интертото. Первый соперник в турнире для «Дачи» уже оказался не из легких – азербайджанский «Бакы» с бюджетом $2 000 000. В гостях была зафиксирована ничья 1-1, впрочем, и в Кишневе результат оказался тем же. Впервые в истории выступлений всех молдавских клубов в Еврокубках пришлось выполнять 11-метровые удары для определения счастливчика-победителя. Лотерею после матчевых пенальти, благодаря отличной игре вратаря Михая Морару, взявшего один из 11-метровых ударов, выиграла «Дача». Следующий ее визави в турнирной сетке Кубка Интертото был весьма серьезным соперником – швейцарский клуб Сент-Галлен. Дома «Дача» проиграла с минимальным счетом 0-1, а вот в гостях неожиданно выиграла с тем же результатом. Выход в следующий раунд решался в серии пенальти. Она закончилась с редким счетом 3-0 в пользу «Дачи». Потом последовал немецкий «Гамбург», в составе которого особенно выделялся Рафаэль ван дер Вард. Дома мы сыграли в ничью 1-1, гол забил Бойченко, и получили при этом овации зрителей. А вот в гостях проиграли 0-4. Хорошо отыграли, в Кубке УЕФА прошли хороший путь. Я так думаю, что это заслуга всей команды, руководства и тренерского штаба, и в первую очередь игроков, что у нас были такие результаты. Сезон 2007-2008. Еще один прекрасный период для «Желтых волков», который принес с собой и лучший до того периода результат в истории клуба – серебряные медали национального чемпионата. Во многом его достижения обязаны тому, что у команды с приходом нового вице-президента, которым стал Тимур Куриев, появились российские партнеры. Период 2008-2009 годов. «Дача» вновь в числе лидеров. Команда во главе погони за «Шерифом». С тираспольским клубом возможна встреча и в финале Кубка страны. Но для этого вновь надо доказать наше превосходство над «Зимру». «Дачу» теперь возглавляет известный украинский специалист Роман Пилипчук. Он впервые появился на тренерском командном мостике 27 сентября как раз в матче с «Зимру». Игорь Негреску стал первым игроком, который забил гол при новом тренере. Матч завершился в ничью 1-1. «Дача» Кишнева второй раз в своей истории пробилась в финал Кубка Молдовы. Но и вторая попытка завоевать кубок оказалась неудачной. В финале наша команда проиграла тираспольскому «Шерифу» со счетом 0-2. Финальный матч Кубка был посвящен Габриэлю Стати, почетному президенту «Дачи», который внес огромный вклад в развитие этого футбольного клуба. Во время финала на стадионе был афиширован баннер с портретом Габриэля Стати со следующим сообщением «Сунте малетур, кумул тареку нуштинца, чисперанца». Care și-a trecut în cont 5 goluri în acest campionat. С
самый памятный сезон в истории клуба. Сезон 2010-2011 годов. Дача впервые завоевывает звание чемпиона страны. Под руководством Игоря Добровольского команда набирает 92 очка, потерпев только одно поражение. Шериф отстал от чемпиона на целых 9 очков. Уважаемые болельщики, сегодня выходит в свет новый проект нашего клуба под названием «Фамилия Татарина». В следующих сезонах «Дача» выступила менее удачно, но при этом, конечно, не утратила свою силу. Перед командой всегда стояли самые высокие цели и задачи. Patiently, I have vision, though I believe, I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up. Thank you all, but it's been no bed of roses.